В русских деревнях еще несколько десятилетий назад кипела жизнь. Здесь была работа, а значит, рождались семьи и дети. Сегодня на полупустые населенные пункты без слез не взглянешь. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен возродить провинцию. Он предлагает новые законодательные инициативы по развитию российской деревни. Главное – создать условия для того, чтобы на селе оставалась молодежь. Прежде всего, бесплатное обучение в сельскохозяйственных вузах и бесплатное комфортное жилье для молодых специалистов, желающих работать в деревне. Надо помогать сельскому хозяйству, поэтому надо сделать совершенно бесплатным образование и принимать только сельскую молодежь. А то городская идет и остается в городе. Зачем это нужно? Они едут, все им бесплатно, общежитие бесплатно, может быть, даже питание пускай, предприятия есть такие крупные, хорошие. То есть заинтересовать, чтобы он здесь научился и вернулся туда обязательно. Нужно не просто заинтересовать, но и создать все условия для жизни, считает ЛДПР. Речь идет о развитии дорожной и транспортной инфраструктуры села, чтобы жители не чувствовали оторванности от экономического и культурного центра области. Я бы предложил лозунг «Назад к деревню». И под этот лозунг, вот, чтобы мы могли помочь остаться, да еще приехать. Потому что если там дом мы построим и со скидкой дадим, молодая семья, и они будут по профилю там работать, то, конечно, они там останутся. И там будет развиваться. И для этого дороги. Чтобы он приехал за полчаса в город, районный центр, за час в губернский город, и по скоростной трассе за 3 часа там прибыл в столицу. Юлия Калинина, ТВ «Тверь».